Планы городских властей в вопросе озеленения на летний период огромны. В Одинцово планируется посадить более 300 тысяч деревьев. Для сравнения, в прошлом году эта цифра достигала всего 85 тысяч. Кроме того, запланирована посадка более 500 000 цветов. Кроны окашиваем, кусты обрезаем и сажаем тоже кусты декоративные. В общем, по всему городу. Какой участок не возьмите, везде мы сажаем, косим. На летний период Одинцовскому городскому хозяйству удалось выделить несколько десятков рабочих мест для несовершеннолетних. Ребята высаживают клумбы, обрезают кусты и занимаются уборкой территорий. Собственными руками они делают родной город чище и красивее. Облагораживание – трудная работа. Мало просто посадить растения, за ними нужен постоянный и деликатный уход. Растут быстро. То есть, другими словами, вот действительно каких-то запущенных таких участков нет? Несколько недель. Ваши специалисты приезжают, да, и обрезают все, что надо. Да, конечно. Одинцовское городское хозяйство активно работает и с простыми жителями города. Любителям придомовых цветников выделяют землю и дают посадочный материал. Результат налицо. Многие дворы могут похвастаться привлекательными клумбами. Ирисы, пионы и многое-многое другое. Сотни тысяч цветов вскоре посадят в городе Одинцово. И он станет еще краше.